Я давно определилась со своей судьбой. Я решила ставить страну выше себя, как мать своего ребенка. И я думала, что я делаю благородное дело, которое вознаградится. Вы ошибались. Неужели вы не видите, что я тоже пешка? Силы, овладевшие страной, как раковая опухоль, они пойдут на все. Они не в моей власти. Я тоже. Что вам от меня нужно? Снять наручники. У меня нет ключей. Достаньте. Второе. Сделайте так, чтобы я ушел отсюда один. Без провожатых. Хорошо. И, наконец, президентское помилование мне и брату. Полное прощение наших преступлений. Причем сегодня.